Начало. На войне без потерь никуда. Провожу линию фронта. Пум. Хорошее начало. Отличное начало было. Что же там? Клад? Надеюсь, не порно-журнал прадеда. А я надеюсь, это порно-журнал прадеда. Представляете, что там может быть? Нужно разгадать шифр. Ебатя. А, в бате. Батя. Абатя, мбатя, рбатя, раати, рэпти. Рэп, кал. Простите, если брэпер. Это кто-то стучит? Кто там? Кто это? Там дяденька или тетя? Кто там? Бабушка? Вы кто? Так, кровушка спускается в подвал, а мы спускаемся за ней. Эй, дядя, ты куда? Это что, утюг? Можно здесь утюг и переебать им кого-нибудь? А что с конем-то? Можно взять коня. Можно взять коня и уедем. Остается надеяться, что это не кровь моего отца. Эй, ты чё в меня лазишь? Спонсор моего невроза игра Beast Inside. Beast Inside. То есть нам нужно найти... Господи, я думаю, что это такое. Это же конь, он там всю жизнь стоит. Глава называется «Кровавое приветствие». Спустился в подвал. Мы уже туда спускались. Да, там ничего нам страшного. Все в порядке. Нет, все хорошо. Кимоно с отпечатком крови. А кровавая рубашка. Причем кровь, похоже, свежая, как она здесь оказалась. Вот, смотри, он нашел кровавую рубашку со свежей кровью. Что сделает нормальный человек? Нормальный человек пойдет, сядет в машину и уедет. Все. Все. Но мы будем читать записку. Короче, вы въехали в дом. А там в сарае окровавленная одежда. Что вы делаете? Вы берете какую-то херобору и ходите по лесу. Прикольно. Всё? Ну, уничтожил, ты уничтожил ее. Стреляй в беседку прям. Пойдем в жену выстрелим. Господи, наша жена, наверное, там такая, типа, ёкарный баба. Где этот дурак, что он свет не включает? А мы тут с какой-то хренью. Пиу-пиу, квадрат, такая, ура! Может, на тачанке разогнаться? Тут две тачанки аж. Да, можно их объединить в одну супер-тачанку. Мы сейчас срежем оленя. О, тянуть, оказывается, быстрее, чем толкать. Ребаные преграды. Какой-то пикающий, самонаводящийся олень, что ли, я не понимаю. Чувак! Может, там бомба? Чувак, что с тобой? Хватит пикать. Эй, братишка. Ты чё, его гладишь? Ты чё, чувак, с голыми руками полезешь в кишки? Может, там лежит предохранитель для щитка. Сломанные часы. Часы моего отца. Кажется, мы их подарили. Крутые часы. Отец любил за часы, давай кидаться ими. Так зачем тебе патроны? Этот мужик нас не хочет убить. Так это только пока. Может, у него это, живот схватил. Он такой, потом. Потом добью. Сейчас дались в туалет. Спуститься в подвал. Как нить. Яркого, недрисущегося. Да что ж ты. Что такое? Что случилось? Мы упали? Нет, мы обосрались и подскользнулись. Ты видишь кровь, кровавый след? Нет. Это кровавый след или нет? Это бревно. Мужик, ты в порядке? У человека столько крови, ты и нет. Так может, это не кровь. Может, он с краской шел, типа, бухой. Он бросил меня умирать. Мужик, вот кто тебя бросил, затем и ходи. Итак, новая цель – убить Нортона. Ну что, Нортон, тебе конец? Вы погибли? Человек. В смысле? Эй, ты что толкаешься? Каков отец, таков и сын. О. О, пап, спасибо. Батян, респект. Сейчас. Ну да, наверное, они друганы. Типа, руку оторвали. Компьютерные игры учат нас насилию. И доброте. Черт, советы не только планируют транспортировку ракет, а значит, у нас завелся крот. Крот — это жидкость, которую выпил Барри Алибасов. Да. Ну, Саш, что ты делаешь? Что? Тебе нужно идти, когда проценты начнут появляться. Так что, ты же молчишь. Че я как дурак тут стою, расстреливаю пустоту. Давай, беги. Убегай сколько угодно, все равно. Все равно, что ты там? Пидор в костюме, слышь? Вот ты где, ублюдок. А ты можешь быстрее бежать? Нет. Ты можешь как бабуль. Вот, неизвестно, как мы выглядим. Может, мы как бегемот. Мужик, ты где? Давай поговорим. Ну что, мужик, давай драться. Мужик пошел куда-то в шахту. Мужик оказался с шахтолазом. Эс пригнуться. Эс как доллар? Ну, пойди домой. Че, здесь пойдем? Здесь как-то совсем стрёмно, если честно. Серьезно тебе говорю. Пойдем вон там. Что там это? Что-то хрустнуло. Мы хрустнули немножко, ничего страшного. Ой, я вовремя нажал. Да, да, ты молодец. Ты герой. А-а-а! Ах ты мудак!
здесь кирпичи. Из ворот покажись. Не проверим. Огурчика схватил. Опять мы будем ползти, трогать камни. Думаю, холодные. Это, наверное, газ или глюки. На том дереве висит рюкзак. Попробую его чем-нибудь оттуда скинуть. А чем скинуть? Скинем туда сковородку. Бери сковородку. Ну, давай. Это рюкзак? Да. В соревнованиях по метанию сковородок мы бы заняли последнее место. А рюкзак, похоже, упал с того бедняги. Думаю, я смогу сбросить его камнем. Мужика тоже сбросим камнем? Может, мужик йогой занимается, а мы у него сейчас рюкзак подрежем. Больше всего меня в выездах на природу напрягает вопрос туалета просто. Куда ходить в туалет на природу? Как это работает? Нужно рыть яму или что? А если придет медведь? Что это? Дорогу пригородил нам шкаф? Шкаф, может, ты с этим шкафом договоришься, чтобы вы отсюда съебались? Наверное, это было привидение. Не трогай меня. Страстная музыка. Закрыта на цепочку. Изнутри? Надо её... Вот после того, что там рожь какая-то была, я бы... Там... А, она сюда. Или... А-а-а! Кто? Подруга наша какая-то. Что-то голос у нас какой-то непозитивный. Всех дверей нас пугает и то дяденька, то тетенька. Да, да, тетенька. Вот тут должен быть дяденька. Давай. Чел, ты чё, откинулся? Ну, типа, да, он откинулся. Мистер Джейкоб все твердит, что я должен поменьше налегать на выпивку, что мне мерещится всякое спьяну. Вот только это все взаправду, уж я-то знаю, я пью, но это только потому, что мне страшно, что это бродит в этих лесах. Я слышал крики в глуши, вой в пещерах, и я видел следы когтей на коре. Мисс Пьянчуга, ты всех гостей распугаешь, говорит мистер Джейкоб. А что, если им стоит бояться? Сколько людей уходило в лес и больше не возвращалось? Господи, опять этот вой, как тут уснуть без выпивки? Вперед на балкон. Опять кто-то начинает шептаться. В смысле? Что это? Помогите, вызовите скорую срочно. Мне нужен этот кардиологический аппарат. Это стрёмно было. Надо успокоиться, выпить кофейку. Давай, 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 толкай, толкай. И на, как на скейте на нем сверху. Бам! Нет? Мальчик был шизоид. Да! Ты где? Кто? У нас есть кроволол. Ну это пиздец уже какой-то, честное слово. Кроволол форта. Пролонгированного. Ужас, какой кошмар. А! Стул, сука. Еще встал, главное. Я больше пугаюсь от тебя на самом деле. Как жить после этого? Я вот не знаю. Ты спички не взял. Харёк, кто-то их подложил, пока мы ходили. В каждой комнате скримак. Что здесь? Да не, никого нет. Да. А, ты кто? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Куда? Короче, рядом с какими-то записками ползут какие-то пидоры. Нужно быть готовым. Записковые пидоры. Чел, а куда ты полез? Мы же на втором этаже. Или тут есть третий? Есть еще третий этаж. Друзья. Я думаю, тут А, да, мы через комнату. Борщика. А че трупак у борщика-то никто не забрал? Да типа сам растворится. Да? Типа, ну он да. Он же биоразлагаемый, не как пакет. А во что он одет? Костюм. Костюм, ну, тоже из натуральных, наверное, тканей. Да. Никого там нету. Что ж ты пистолет-то не взял? Он застрял. Ты кто нахер? Дяденька? Ты тихо, не наклоняйся так. Это кто? Это пиздюк какой-то. Это пиздюк? Мне кажется, да. А сзади у него две палки воткнутся или что это? Ну, да. Может, кукла? Это два ножа сзади? Не знаю. Ты кто нахер? Представься, дружок. Ты местный или чьих будешь? Эй. Он сидит. А, что значит, все в порядке. Он мертвый и нам ничего не сделает. Мне кажется, нужно вынуть секатор из тела. А где тело убиенного? Отпусти меня, помогите, на помощь. Отпусти меня, Спайс. У него бомба. Может, мы еще гранату выкинем? Ну, в окно куда-нибудь. Чё? Фу, ну сейчас все будет в кишках. Мужик.
понимаю, что в этой игре ничего не появится. Это кто? А нам нужно бежать от нее? Да, я думаю, что... Да! Простите, девушка, простите. В смысле? Я не могу бежать. Ну, конечно, нас порнули. Ну, теперь нас больше никто не будет пугать. Точнее, просто пугать. Будут пугать и убивать. Побежали нахуй тогда. Мы не спрячемся. Мы не спрятались. Блять! Иди в жопу! Тварь! Ужас какой-то, что за жесть? Все сделано из говна и палок, но они все хоть в костюмах, цилиндрах, парике из этого, из лобковых волос. Ну так обезьяны. У нас это гопники тоже ходили в костюмах. Тихо-тихо, куда прятаться-то, ёбаный в рот? Толстяк, ты чё? Мужик, ты чё? Помогите, где этот? У меня что, в одной руке ёршик? Какой толстый, злой мужик. Все, давай. Ты у себя дома там оставайся, да. А мы, пожалуй, пойдем. В смысле, ты пойдешь, может? Он что, за нами бежит, да. Что ли? И типа, как он там появился? Ты что? Это он или уже другой? Да, не знаю, пойдем быстрее, поливайте, вот это. Пошли нахуй все! Мужики, помогите! Он идет за нами, понимаешь? Мост падает! Мост падает! Мы погибли! Горло полощет! Мы так визжим! Куда бежать? Вот сюда, направо, скорее, наверх! Чуваки в свитерах. Друзья. Просто был же фильм «17 мгновений весны». Там никто никого не подвешивал. Вроде бы. Я не смотрел. А где жена? Любимая. А где мент? Прикинь, мы сейчас заходим, а они там голые. Как ты же думаешь, он стоит сзади? Я думаю, да. Ай ты, блин! Че мы скулим так? Кто вообще? Ой, дядька без головы. Ну, у нас есть нож, можно отрезать ему руку. Главное себе не отрезать. Кто прикалывается? Соседи? Молочник? Эй! Я в безопасности, только нас лучше. Ты не в безопасности, нигде. Убегаем от бобра. А, нужно много раз нажимать. Да блин. Это не бобер был. Это бобобер. Ну вот, все, оп. Это наш старый друг. Мы каждый раз ему так радуемся. Все хорошо. Мы в доме Марии. В домах обычно ничего страшного не происходит. Убежать. Да вижу. Ой! Нужно было правую кнопку нажать. Я нажал левую. На выдавили глаза? Блин. А в этот раз нужно было левую нажать. Не дурачки делали, да. Хорошо, что он, когда начинает бежать, начинает орать, как сумасшедшая. Бля, в смысле? Ужас какой-то просто сейчас. Бегаем от бабки по ее жилому. Да что ты орешь-то страшно-то как, а? Стулом ее бей. Стулом бей бабку. Как убить бабку? Помогите убить бабку. Не будет вам покоя, бог покарает вас, вшивые мрази, двуличные гниды, предатель, ублюдки и скряги. Мы сюда пришли, чтобы она нам что-то рассказала. Как бы, вы понимаете? Но она что-то не хочет говорить, она хочет выдавливать нам глаза или шею сворачивать или что она там мы делает. Мы ее мужа убили. А если напасть на нее? Ну уйди. Может ты споткнешься об стул уже? И ебанешься нахуй. Ты тут, что ли, ходишь? Да, вон там. А там стоит тебе? Ну, по-моему, да. Да блин! Давай. Божечки, это было просто жесть! Мы обокрали бабку! Обокрали бабку мы в троллейбусе! Мы ползли за ней! Как партизаны весь. Украли у нее пенсию, так что. Наш батя тебе ничего не заплатил, и мы тебя обокрали. Ты мой герой, ты ограбил бабульку. Он и найдет. Привет, ты видишь меня? Видишь? А я тут. Дом стоит, свет горит. Это что это за песня? Кисенька, ты че, тебе страшно?
Нет. Я боюсь, что бабка поднимется наверх, реально. Это необычный заброшенный дом. Здесь произошло что-то ужасное, я чувствую это. Я практически ощущаю, эта женщина давно умерла, и она не успокоится, пока не убьет меня. Белая дверь. Нужно поскорее отсюда убираться. А, это еще не выход. Тут небезопасно, мне нужно выбираться из этого болота. Пока! Ты живая все-таки, что? Ой, мы что, ее душим? Что ты видела? Говори! Говори! Она не может говорить, мужик, она же под водой. Да куда ты едешь? Напился, гоняет по селу. Мы бежим к дому. Там Эмма с шпионом. Что это? Вы же не так висели, господа. Я точно помню, вот тот мужик слева висел. Перевешали их, наверное. Братюнь, давай вместе ходить. Братюнь, где брал плащ? Иногда лучше не знать ответы. Нужно подтянуться, давай подтягивайся, чувачок. Чувачок, ты сильный, давай. Да, ты сильный. Выход силы, давай. Солнышко покрути. А теперь мы отдуваемся за тебя. Закрыто, пап, тут закрыто. Пап, отстань. Да как? Пап, ты чё, пап? Пап, ну так нельзя, нельзя делать. Пап, ты чё? Ты какой мстительный мужик. Какой мстительный. Не хотел, чтобы мы рождались. Ты чё так... Разрубил нам голову. Пап. Ты плохой отец. Видите, чем всё заканчивается? Просто в прошлый раз, пока нас убивали, мы смотрели на батю, думали, он сжалится. Так мы же ему кишки выпустили. Да. А как он сжалится над нами? Бать, прости! Батя! Я был не в себе! А так и должна была слышать? А, нет! Шкаф. Нет, шкаф! Нас убьет шкаф, вы представляете? Хороший шкаф, да? Хороший тяжелый шкаф, да. Но не на нас, когда он... Такая музыка, что-то, что-то... Вот. Давай, 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 пошли, давай, в подвал. Закрывай. Пока, подвал. Пап! Пока! Какие-то звуки за стеной? Че, возьмем шляпу? Нужно... Принять истинное обличие или отвергнуть злую сущность? Отвергнем злую сущность, конечно же. В смысле? Ну это же мы и есть злая сущность. Ну ладно, давай отвергаем. Я не знаю, что это за мужик. Мы победили злую сущность. Сестра, состояние пациента снова ухудшилось. Дайте ему 400 вольт. Эй, в смысле так не лечат? В смысле, какие 400 вольт? Эй, бабонька, какие вольты? Бить током? В смысле? Коды. Мы ставим датчики. Ставим датчик. Мы прокалываем шины. А, это мы тащим кого-то. Ну ты и мудак! Это мы типа отвергнули. Отвергнули зло, да? Че? Нужно что-то нажать. Я болен. Эмма была шпионкой, конечно. Да? Вы тут ни при чем! Это все она! Нажмем это? Мы же это выбираем себе. Нас выпустили? Нас вылечили? Нас вылечили! Мы убили жену, пришли обратно. Эта война закончилась, но будут и другие. Чего? Мы сделали свой выбор. Да, мы... Он был правильный. Мы живой. В общем-то, мы не сильно любили нашу жену. И никого вообще, походу.